правительстве Ставрополя вручили именные стипендии губернатора края. 84 лучших студента в торжественной обстановке получили удостоверение стипендиатов на 2014-2015 учебный год. Каждый месяц студенты СУЗов и ВУЗов будут получать 1500 или 2000 рублей. Именная стипендия губернатора Ставрополя присуждается за высокие достижения в области науки, культуры и спорта, а также за активное участие в общественной жизни города. Весь год работаем, выпускаем газету, у нас студенческое телевидение, и я как представитель и руководитель этого телевидения и газеты подавала свою заявку на участие в номинации, и вышел результат налицо. На церемонии были названы и победители регионального этапа конкурса «Студент года 2014». Также 14 молодых ученых Ставрополья стали обладателями краевой премии 2020. Ее размер составляет 23 тысячи рублей. Отличников учебы, молодых ученых и активистов поздравил и Владимир Владимиров. Говорят, что нельзя научить, можно научиться. С одной стороны, вы здесь присутствующие, те, кто сегодня будет получать заслуженные, я уверен, награды, это те люди, которые смогли научиться. Может быть, научить нельзя, но можно гордиться. И я хотел бы, чтобы ваши учителя гордились вашими достижениями, чтобы наша Ставропольская земля гордилась своими сыновьями и дочерьми, и чтобы вы всегда гордились своей землей. Праздник вас! Мария Жирова и Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».